Добрый день! В этом видео хочу поделиться с вами нашим новым достижением. Тимур начал ходить на унитаз в общественных местах и дома. У нас пропала всякая необходимость носить за собой горшок, что намного облегчает нам жизнь. А еще у Тимура сегодня была комиссия в садике, которую он успешно прошел. Его перевели в другую группу, где есть дефектолог, который будет с ним заниматься. Большое спасибо вам, Давид, за вашу помощь. Ждем новых достижений, которыми будем делиться и дальше.